эти майские дни мы приходим с цветами к могилам погибших солдат и склоняем головы в бесконечной благодарности и негасимой памяти за подвиг, совершенный в годы Великой Отечественной войны. Взрываются, как снаряды, праздничные фейерверки. Мы ликуем и радуемся, порой не задумываясь, какой ценой была завоевана эта победа. Нам, рожденным без войны, наверное, не до конца понятно, что же пришлось пережить нашим дедам и прадедам в те далекие военные годы. И мы в историю заглядываем снова, чтоб день сегодняшний измерить днем войны. На сцене Олег Симоненко. И глянул вверх, и тут мне сзади говорят: ты погляди, опять побед. А я в ответ: да это ж просто фейерверк. Кому ответ? Кто говорил? Ведь я в квартире был один. Жена у матери давно, наверное, спит. Я обернулся, что за бред? Передо мной стоял мой дед, который в 45-м был убит. Шинель, пилотка, ППШ, а я стоял едва дыша и головой своей мотал, чтоб сон прогнать. Но дед не думал уходить, он попросил воды и спить, потом сказал: присядь, внук, чего стоять. Напротив деда я сидел и словно в зеркало глядел, и дым махорки незнакомый мне вдыхал. А он курил и говорил про то, где воевал, где был, и как на обе в него снаряд попал. Тут его взгляд задумчив стал, и дед надолго замолчал. Потом сказал: да скажи мне, внук, ты отчего же так живешь, как будто свой башмак шьешь, как будто жизнь твоя один сплошной недуг. Ему все выложил гуртом, что современный человек такая дрянь, что я лежащим на козла, что в людях совесть умерла, и что вот мыться им не хватит в мире бань. Я что-то так еще кричал, но вдруг кулак на стол упал, горящим страшным взглядом дед меня сверлил. Тебе со стороны взглянуть, мой внук, на жизни твою суть, и ты б тогда совсем не так заговорил. Ты был талантлив, всех любил, но все в деньгах похоронил, искал разгадку правды жизни, а теперь ты ищешь баб на стороне, забыл о сыне и жене, и между миром и тобой стальная дверь. Неужто ради ваших слов за хлеб и зрелище глоток мы погибали под огнем фашистских крыс? Эх, нету Гитлера на вас, тогда бы поняли за час всю ценность жизни и ее смысл. Уже на свет входил в мой дом, и в теле птицы за окном солдат исчез, и тут я начал понимать: в любом из нас сидит война, не знаю, чего там вина, но нам не редко, ребята, погибать. В любом из нас сидит война, не знаю, чья в этом вина, но нам нельзя на ней, ребята, погибать.